Все? Иди сюда, деточка. Наташа, приготовь катетер и давай сразу сюда все. Будем сейчас смотреть, что с ребенком. Тихо, Маринка. Так, он кашляет. У меня такое ощущение, что у нее задеты легкие. Наташа. Блин, я знаю. Ну, разумеется, все червяк уже. Нет, подожди, да. А, пока все за это самое. Тут насрато мухами. Только мухами пока заказывают. Смотри, что творится. Ой-ой-ой. Это все мухи уже. Это все. Но пока они еще... Да, все, начали вылупляться. Это все. Давай машинку. Так, подожди, стоп. Давай перекись. Сейчас, подожди. Польем их. Сначала посмотрим, есть где-нибудь что-нибудь еще. Бедная, она еле-еле. Она еле дышит. Наташа, надо сначала вставить катетер. Сейчас поставим. Давай это. Сначала катетер. Потому что это невозможно, она бедная, еле живая, она обезвоженная полностью. Синий катетер есть или розовый? Давай розовый. Розовый давай. Розовый. Сейчас найду их все. Зажми машинку. Машинка на зарядке должна быть. Вот она, нет, вот она. Так. Так, 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 лапка. Лапка, скорее всего, обезвожена. Значит, у нас машинка. Машинка у нас. Надо уже... машинка. Нам нужна новая машинка, Наташа. Уже все это, уже бедная столько сработала, что уже больше. Все, мое солнышко, дай бог. Может быть, получится. Даст бог, поможем. Варь, я зажим не могу найти. Он должен быть там, в шухлядке на кухне, когда мы делали этим. Давали, Наташа, котятам давали таблетки вчера. Должен быть в шухлядке. Выдвини ее. Под телевизором? Нет, нет, нет. Ничего, деточка, все будет хорошо. Сейчас посмотрим, что у нас есть. Тихо, деточка моя. Так. Дай, пожалуйста. Даже тот самый, Наташа. Чего? Легко сложилось. Ой, сейчас моя хорошая. Вот. Вот и все. Так, все хорошо. Пусть пока полежит так, она тихонечко лежит. Натрий, глюкоза. Быстро. Нитрогил, натрий, глюкоза. Наташа, не подашь мне капельную систему? Тебе лучше снимать отсюда, а то отсюда не будет. Да нет. Все. Так.
найдем. Он в белой коробочке. Сейчас мы называем. Все нормально. Все хорошо. Сюда черви. Начались, да? Да. Ну, я говорю. Уже к черви сюда. И подойди с той стороны. Видишь, что есть? Угу. Да. Смотри, начали капать. Так, я пойду и там принесу, хорошо? Машинка вообще уже никакущая. Машинка вообще машинка прохащая. Попробуй, нужно сменить. Может, потихонечку. Потихонечку, да. Сильно, да? Куда удор пришел? Он очень худой. Прям одни вот водишь по масоликам прям машинка. Да, ныряет. Его подтюки видишь везде. И блок сколько, боже мой, сколько на нем блок. Это девочка? Это девочка. Сейчас, солнышко, господи, только подержись. Хвостик очень холодный. Нет, животик теплый. А хвост ледяной прям вода. Возможно, хвост перебит наш. Может быть. Или ближе к хвосту сюда позвонок что-то. Сейчас. А что же вообще не хочет она? Ехали. Ничего страшного. Сейчас с ножницами. Или зарядку включить. Зарядку, вон еще провод есть. Так. Так, она в тяжелом состоянии. Так, но у меня больше ничего нет. Все, что есть. Вон еще черевики, видишь, где? Есть, да? Да, еще бы это в другом месте. Вот тут уже пониже, да? Тоже есть. Угу. Ну и смотрите, что у нас. Разбивай по возможности все, что можно. Thank you.
Осторожно. Мама здесь посмотрит, нигде больше. Вроде я не видела. Ну, сейчас все обреем и увидим все. Ее все равно обливать. Она, знаете, скомканная вся. Вообще непонятно, что у ней там. Ну, потихонечку сейчас. А тут вот огняное все, вот зашиблено. Видишь, синяя вода? Вот здесь, ну, все, да, огняное. Ну да, скорее здесь. Таз. Надеюсь, таз. Чтобы не позвоночник только. Но она еще сейчас все равно не среагирует ни на что. Она в очень тяжелом состоянии. Ничего. Боже, это ее в живьем съели уже. Бедное дитё, господи. Ну что, Лера, все тогда давай. Пока все, будем дальше.